Всем привет, дорогие друзья и товарищи! С вами Рин. Мы продолжаем чтение мода «Булки, кефир и рок-н-ролл». 13-й день. Надеюсь, это не пятница 13-я. Ну, судя по тому, что говорит Семён, это, скорее всего, воскресенье. Раз он говорит, что это выходной и можно выспаться, то нам, собственно, и бояться не о чем. И вообще, я думаю, после недавних событий, не очень-то веселых с Мику, теперь нас должно ожидать больше чего-то веселого, чего-то нелепого, может быть, чего-то забавного, как, например, предыдущий туториал по целованию вместе с Ульянкой. Это, конечно, просто нечто было. И мне, честно говоря, после него немножко страшно читать дальше, потому что кто знает, чего авторы мода могли еще придумать. Но я сильная, я храбрая, я переживала и не такое. Поэтому я, в общем-то, готова к тому, что произойдет дальше. Так что погнали читать. Выходной! Можно спать на целый час дольше. Ни зарядки, ни линейки. Вот оно, нехитрое пионерское счастье. Правда, сегодня мне не спалось. После того, что было вчера, хотелось скорее сбежать в клуб, чтобы снова увидеть Мику. Устав ждать звонка будильника, я встал и, стараясь не шуметь, принялся одеваться. Ольга все-таки проснулась от моей возни и сейчас с интересом наблюдала, как я стараюсь завязать галстук покрасивее. «Нет, вы только гляньте на эту раннюю пташку. Когда нужно, его не добудешься. На линейку вообще за ухо приходится вести. А как не нужно, так он сам не спит и другим не дает. Все не как у людей». «Извините, я старался потише». «Плохо старался. И куда это ты в такую рань весь нарядный?» «Куда-куда? К Мику, конечно». «Ой, знаете, столько всего было, соскучился по репетициям. Очень, знаете, репетировать хочу, чтобы на концерты не сплоховать. Нельзя же подвести отряд перед иностранцами». Я поймал себя на том, что тараторю почти как Мику. Я тоже об этом подумала. «Надо же, какой ты стал сознательный. Удар по голове явно пошел на пользу». Издевается. «Но знаешь что?» «Что?» «Я думаю, что в такую рань твоя репетиция еще спит». Вожатая улеглась поудобнее и прикрыла глаза. «Может, сейчас, пока сонная, она скажет что-нибудь сверх обычных уклончивых ответов?» Я негромко окликнул ее. «По-моему, это плохая идея». «Ольга Дмитриевна». Она вздохнула и посмотрела на меня. «Что еще?» «Давайте на чистоту. Я несколько раз пробовал выйти за ворота и, ну, не вышло. Не смог». Вожатая села в кровати. «А ты уверен, что это было не во сне? Я вот недавно сон видела, как фильм снимаю, а вы все актеры. Так правдоподобно. А еще?» Я понял, к чему клонит Ольга, и перебил поток ее воспоминаний. «Нет, это был не сон». Моя соседка посмотрела на меня, как на дурачка, и покачала головой. «Слушай, если сомневаешься, сходи к главным воротам, скажи дежурному, что я разрешила выйти, и пройдись по шоссе. Потом расскажешь мне, что вышло. Только далеко не уходи». Она думает, наверное, вот дебил, совсем мозги повернутые. «И что, я куда-то уйду?» «Сомневаюсь». «Это почему?» Я приготовился к тому, что вожатая с демонической улыбкой скажет что-нибудь вроде «Отсюда нет пути назад! Ва-ха-ха-ха!» и разразится зловещим смехом. Но Ольга всего лишь вздохнула и медленно, как ребенку, принялась объяснять. «Давай прикинем. До города часа 3 езды. Это у нас примерно 150 километров, правильно? Если идти со скоростью 5 километров в час, то пешком будет...» Ольга пошевелила губами, решая задачу на движение. «Калькулятора нет? Что-то у меня с устным счетом не лады. Словом, до райцентра сутки идти, не меньше. И на попутку не надейся, дорога пустая. Тут движение только в августе, когда зерно возят». «Куда ж ты уйдешь-то?» Она насмешливо посмотрела на меня. «А если я возьму запасы и пойду? Чисто теоретически». «Чисто теоретически? Одна вожатая хочет спать, а один пионер донимает ее дурацкими вопросами. Вопрос. Есть ли у этого пионера совесть?
Такое, знаете, внимание, вопрос. Бам! Как в ЧГК. Простите. Семён, я тебя очень прошу, не пробуй до конца смены. Если в лесу тебя съест какой-нибудь несознательный волк, мне придется объяснять, что ты делал за пределами территории лагеря. И что я твоим родителям скажу? Родителям? Если сейчас начнешь спрашивать, как их зовут, где ты живешь, сколько тебе лет или какого цвета у тебя глаза, я тебя подушкой стукну. Дай мне поспать, наконец! Фантазия у тебя богатая, но избавь меня от нее хотя бы до завтрака. Ладно, не буду. Извините. Отдыхайте, конечно. Ольга Дмитриевна – крепкий орешек. Так просто не расколется. Придется тебе, Семён, потерпеть до окончания смены. Причесываясь, я подмигнул своему молодому отражению в зеркале. Ухватили, значит, омолодили, поселили в советский пионерлагерь, а за неизбежные вопросы грозят побить подушкой. И ведь как искренне возмущается, словно самая обычная вожатая, которой достался в отряд ненормальный пионер. Наскоро умывшись, я поспешил к клубу. Чем больше времени мы проводили с Мику, тем сильнее меня к ней тянуло. Вот и сейчас я надеялся урвать лишние полчаса до репетиции, посидеть с ней на веранде, видеть ее, говорить о чем угодно, лишь бы она была рядом. Тут новый рисуночек появился. Сначала было просто Мику плюс Семён, потом, значит, котика, потом инициалы написали, а теперь и кто-то прям нарисовал их. Из клуба уже доносился гитарный перебор и знакомые голоса. Но, значит, Ольга Дмитриевна ошибалась. Наша репетиция уже не спит. Доброе утро! Все были в сборе. Даже Алиса, любительница поспать, уже сидела и деловито вертела колки электрогитары. Ульяна грызла яблоко, левой рукой выбивая что-то, а Мику держала на коленях пирата, почесывая его мохнатое пузо. Внезапно мне очень захотелось оказаться на его месте. Чтоб тебе пузо почесывали? Ну ты, блин, сам себе чеши. Сеня, доброе утро! Как спалось? Какое оно доброе! У нас репетиция, а басист лазит неизвестно где. Сенька, привет! Кто последний, тот редиска. Все как обычно. Пират соскочил с колен Мику, подбежал ко мне и с громким урлыканием принялся тереться об мои ноги. Я поднял кота на руки и поинтересовался у банды. «Девчата, а вы что, тут ночевали?» «Нет, просто...» Ульяна, не переставая стучать, отозвалась. «Просто пока кто-то там дрых без задних ног, мы, как сознательные пионеры, встали пораньше и начали репетировать. Пока не жарко. А тебе лишь бы спать». «Я мужчина, мне положено хорошо отдыхать. А то вдруг война, а я уставший». Ульяна показала мне язык. «Мужчина, берите бас и басите». «Oui, mon général». «Чего?» «Да, мой генерал, говорю. Семён у нас решил блеснуть знаниями французского. Надо же». Я подсел поближе к Мику. «Не помешаю?» «Нет-нет». Она подала мне листок с отрывком, над которым я бился всю последнюю репетицию. «Ну-ка, давай послушаем, что у нас выйдет». Мику мягко пробежалась по струнам, наиграв что-то простенькое, но мелодичное. Как легко и красиво у нее получается. Пора бы уже привыкнуть, но каждый раз удивляюсь. Котик спит на матрасах. Какая прелесть. Действительно, раньше Совенку не хватало котиков. Ну, лагерю, в смысле. Котиков и собачек бы еще сюда. Ну, интересно, есть, кстати, мод для бесконечного лета, в котором собаки... А, тьфу ты. В Саманте была собака, только ее ведь не показывали. Как бы спрайта, по-моему, для нее не было. Это была просто собака-сторожа. Она там мелькнула-то в этой истории буквально пару серий, и все. Вот. А так, чтобы в качестве питомца, вот как пират. Хотелось бы собаченьку. Я осторожно прислонился спиной к стене и взял гитару на колени. Спина в том месте, где меня ударила ветка, болела. Наверное, я все-таки скривился, потому что Мику отложила инструмент и повернулась ко мне. «Спина болит?» «Нет, все в порядке, не волнуйся».
сказал он. На самом деле он думает: «А, как мне плохо, блин, спина!» «Видела я твое в порядке. Нужно что-то делать. Знаешь, Виола дала Алисе мазь для ноги. Давай и тебя намажем. Кажется, она от синяков тоже помогает». «А Алиса не будет против?» Алиса посмотрела на нас, вздохнула, а затем достала из тумбочки небольшую стеклянную банку с торчащей из нее чайной ложкой. «Алиса будет против. Алисе самой мало. Но разве единственному парню в группе можно отказать? Берите, пользуйтесь. Хочешь, мы тебя вместе натрем?» Она подмигнула, а Мику шутливо погрозила ей кулаком. «А ну играть! Найдешь себе парня, тогда и натирай сколько хочешь. А Сеню я сама. На чужой каравай? Забыла». Алиса хмыкнула и наиграла грустный пассаж. Какой-нибудь типа «Уа-уа-уау». «Рот не разевай. Эх, найдешь тут с некоторыми. Может, электроника у Женьки отбить?» «Это я от тебя-то слышу!» «Не подумала бы. Ладно, она за Шуриком еще как-то бегала. Что мне что-то казалось, что у них могло бы что-то быть, в принципе. Хотя Шурик ее боится как огня. И электроник, по-моему, тоже. Так что нет, Алис, сорян, ты в пролете. По-моему, только Семен ей бы и подошел». «Ты смотри, Женька шутить не будет. Она тебе сама чего-нибудь отобьет потом». Мику взяла мазь и повернулась ко мне. «Снимай рубашку». «Микуля, руки испачкаешь. Давай я сам как-нибудь. Но это ж на спине, тебе ж неудобно будет». Я возражал для порядка, а сам уже расстегивал воротник. Опа-опа, мужской стриптиз. Жалко, нам не покажут, скорее всего. Она улыбнулась. «Ты же не дотянешься». На самом деле мне очень хотелось, чтобы она натерла мне спину. Я вяло отнекивался, но стянул рубашку и лег на живот. Мику положила ком резко пахнущей мази на синяк, затем аккуратно начала растирать холодящую массу по лопаткам и шее. Легко коснувшись пальцем места под лопаткой, она вздохнула. «А, у меня тут лютик посапывает. Миль, пардон». «Какой большой синяк!» «Заживет. Особенно с таким-то лечением». «Бедненький. Все из-за меня». Она вздохнула, продолжая то ли растирать, то ли поглаживать мою спину. «Теперь получше?» Вряд ли это был эффект от мази. Скорее от теплых ладошек, скользящих по моей коже. Но боль на глазах утихала. «Да-да-да, конечно». «Намного». «Опа!» «Ой!» «Что-то, кажется, не вовремя мы тут решили намазывать Семену спину». «Ой, Виолушка, а вы чего? А зачем вы сюда пришли?» «И Ольга Дмитриевна тоже. А что вам надо-то?» В дверь постучали, а затем на пороге возникли Виола и Ольга. Увидев нас, вожатая нахмурилась, а медсестра, понимающе, улыбнулась. «Я не могу спокойно смотреть на Виолу после всех ее приключений с Шуриком. Ну, блин! У меня даже игра подвисла, когда они зашли». Ольга вздохнула, а потом ледяным тоном поинтересовалась. «Это что за репетиция у вас такая? Вы чем занимаетесь, а?» Я прикинул, как все это выглядит со стороны. Голый по пояс парень лежит на животе, при этом одна пионерка гладит его спину, а две других смотрят на это и покатываются со смеху. «Да-да, Ольга Дмитриевна, оргию тут решили устроить. А чё нет-то? С утра оно самое то». «Ой, мы это... ну...» Виола принюхалась и показала на баночку с мазью. «Судя по запаху, они мажут пионера камфорной мазью. По крайней мере, пока». Я слегка расслабился, но Виола продолжила развивать свою мысль. «А вообще, Семен умеет устроиться. Здесь такой цветничок, одна другой краше. И живет в одном домике с молодой, интересной». «Ты на что намекаешь?» «Просто к слову пришлось. Сразу вспоминается, как был у нас в универе парень. Он устроился массажистом в волейбольную команду. Женскую, само собой. Девчонки от него без ума были. А потом, когда оказалось, что он романы закрутил со всеми сразу, они его...» «Виолетта!»
Че, у нее полное имя Виолетта? Вроде Виола так и было. Что? Не растлевай мне молодежь. Ты лучше на них полюбуйся. Засели тут, палкой на улицу не выгонишь. Что скажешь? Оль Дмитриевна, вы в своем уме вообще-то? У нас же концерт на носу. Мы ж тут не просто так засели, а готовимся, как бы, чтобы не осрамить совенок и честь всего совенка, короче, перед иностранными гостями. Чтобы в грязь лицом, чтобы в грязь совенком, так сказать, не упасть. Чё-то тебе не нравится? Тем более Семён как раз-таки вместе с Мику недавно на улице был и очень даже много времени провел. Что скажу? Осмотр нужен. Обследование. Вы раздевайтесь, пионеры. Девочки до пояса, Семён полностью. Я правильно поняла вас, Ольга Дмитриевна? Ольга аж поперхнулась от такой наглости. Не, Виола, конечно, крутая баба все-таки. Ну, такая, знаете, ну, как таких обычно называют? Стервами, да? Такие прям уверенные в себе, нахальные, дерзкие и, естественно, привлекающие внимание. А Ольга Дмитриевна, она такая, ну, строит из себя правильную вожатую, такую неприкосновенную, которая ни при каких обстоятельствах там ничего не нарушит. Но она же тоже человек, мне кажется, ей тоже хочется иногда понарушать правила. Об этом, в принципе, свидетельствует и история из Саманты, как она рассказывала, что однажды заколку сперла из магазина. Ну и, в принципе, мне кажется, это в ее духе. Вот она корчит из себя правильную, а на самом деле ей иногда хочется как-нибудь нарочно оплошать. Вилка! Я думала, ты на это намекала. Нет? Тогда не надо раздеваться. Ладно, пионеры, выходите на свет. На улице я с удивлением заметил, как нездорово мы выглядим. Уставшие и бледные. Виола неодобрительно покачала головой. Вы посмотрите, до чего вы себя довели? Сидите, пылью дышите. Прописываю ударные дозы солнца, воздуха и воды. Или витамины в уколах. Можете выбирать, пионеры. Но концерт будет. Алиса попыталась протестовать, но Ольга Дмитриевна живо ее остановила. Значит так. Концерт концертом, но родители вас сюда прислали отдыхать и набираться здоровья перед учебным годом. Так что слушай мою команду. Репетиции максимум 4 часа в день. Перекусы на бегу прекращаем, все ходим в столовую. По домикам не сидим, дышим воздухом и гуляем. Можете играть и на воздухе, но без фанатизма. Если соблюдаете режим, все нормально. Если начнете хитрить, отбираю ключи от клуба и к инструментам пускаю только под роспись и по секундомеру. Вопросы? Вопросов нет. Понятно. Мы все поняли. Вот и славно. Тогда на завтрак, а потом с песнями на пляж вместе со всем отрядом. Готовы? Ура! Мы пойдем на пляж! Всегда готовы! Так, эта надпись сама пропадет или мне щелкнуть? А, походу, надо было щелкнуть. Ольга и Виола удалились. Господи, Семен же, по-моему, нормально так и не купался на пляже, вот за исключением того ночного купания, когда ему еще Юля привиделась. Скорее всего, она ему просто приснилась. Ну, блин, мало ли, конечно. А вот так вот со всеми вместе, чтобы покупаться, да и чтобы Мику тоже на пляж сходила, такого еще не было. На самом деле идея с пляжем мне нравилась. Во-первых, я там почти не бывал, если не считать ночного купания. Ну да-да. А во-вторых, Мику в купальнике. Ну, по-моему, в оригинале ее показывали на пляже в купальничке. И он у нее был, ну, тоже такой, под цвет ее волос. Цвета морской волны или какой-то, в общем, зеленовато-голубой. После завтрака наш отряд стал собираться на площади. Вожатая построила нас, здоровых лбов, попарно, будто первоклашек. Хорошо, хоть не заставила держаться за руки. Будь рядом Мику, я был бы только рад взять ее за руку. Увы, она оказалась в голове колонны, рядом с Леной, а возле меня встала Славяна. Хоть не Шурик или Сыроежкин, и то радует. Ну так, видимо, Ольга Дмитриевна так их и строит, как это было принято, мальчик с девочкой.
Хотя мне всегда было вот это вот непонятно, почему в школе нас всегда рассаживали строго мальчик с девочкой, или вот в столовую мы шли тоже в парах мальчик с девочкой. Мне никогда это не нравилось, потому что все мальчики, с которыми меня сажали или ставили, были идиотами. Ну, я думаю, мальчики тоже не были в восторге, если честно, от того, чтобы со мной сидеть или ходить в столовку. Я просто припоминаю, что вот потом, уже когда мы стали старше, то при каждой удобной возможности мальчишки садились рядом с мальчишками. Ну, понятно, там друзья друг с другом, девочки садились рядом друг с другом, потому что так было намного комфортнее и вообще. Короче, это какая-то дурацкая система. Типа, не знаю, может быть, это было направлено как раз на то, чтобы мальчики и девочки не сидели вместе и не отвлекались на разговоры, на какие-то записочки или там на что-то еще. Ну, конечно, все может быть, но мне это дико не нравилось, прям раздражало. С завистью я заметил, что все остальные выглядели отдохнувшими и посвежевшими. Из меня же события последних дней выжили все соки. Вдобавок першило горло и слегка ломило суставы. Наверное, перемерз вчера. Ничего, сейчас хорошенько погреюсь на солнце, и все пройдет. Я обратил внимание, что Электроник и Женя идут рядом, что-то обсуждая вполголоса. Судя по улыбкам, у них все хорошо. Славя смотрела на меня и явно ожидала ответа. А что ты хочешь? Прости, задумался. Что ты сказала? Как дела, говорю. Слышала о твоих подвигах. Говорят, ты Мику от стаи волков отбил? Ульяна рассказала. Да. А откуда ты знаешь? Подожди, а почему ты спрашиваешь о подвигах, если ты... Буквально пару серий назад видела нас вместе с Мику, ну, как мы вернулись, потому что ты же нам и давала ключи от бани. Ты потом еще сидела Мику расчесывала. Не могла, что ли, у нее спросить про все приключения? Или Мику отказалась тебе отвечать? Или тут какая-то неувязочка в сюжете или что? Да. А откуда ты знаешь? Интуиция. Не было волков. Ежики были. Ежики за диких зверей не считаются? Нет, не думаю. Она помолчала, затем поинтересовалась. А вам не страшно было? Там ведь, говорят, призраки водятся. Такое таинственное место. Врать не буду. Чего не видел, того не видел. Но мы ж выяснили, что там ежики за призраков. Чего здесь такого? В этом лагере куда ни плюнь, в аномалию попадешь. То девочка с хвостом, то пришелец из будущего, то кто-то к спящим пионерам целоваться лезет, вспомнил, то... Главное, что все хорошо закончилось. Ты, Ольге Дмитриевне, не говори, что я тебе рассказала. Но она всю ночь проплакала и ругала себя, что не нужно было тебя отпускать. Ну, блин, она плакала. Мне ее жалко. А зачем ты тогда рассказала? Зачем? Затем, что вы думаете, будто она железная какая-то. Волноваться заставляете, огорчаете. И не слушаетесь. Славя, как человек самый приближенный к вожатой, потому что она, возможно, и сама потом станет вожатой. Она, конечно, понимает, что скрывается за всеми этими ситуациями, когда Ольге Дмитриевне приходится, ну, как-то выкручиваться. А она живой человек. С нервами и чувствами. И переживать может. Я все это понимаю. Да я не про тебя. От тебя хлопот немного. Ну да, ну да. А вот подруги твои каждый день чего-нибудь донатворят. Знаешь, а ведь после твоего вступления в клуб они меньше хулиганят. Даже Ульяна к Лене не пристает. Наверное, ты хорошо на них влияешь. Ага. Ольга Дмитриевна тоже так думает. Вы меня не перехвалите, а то испорчусь. А у тебя что нового? Да ничего. Розарий закончила. Тут цветники неплохие, но запущенные. Пересадила, проредила. На следующий год должно быть очень красиво. На лагерь красоту навели. Теперь иностранцев не стыдно пригласить. Мне жалко, что не увидишь, как это все будет цвести. Может, и увижу. Отдыхать в этот лагерь, конечно, уже не поеду. А так, приехать посмотреть. Запросто. У меня тут родственники, я каждое лето их навещаю. Как знать, может, работать здесь буду? Мы с Ольгой Дмитриевной говорили на эту тему. А ты как, не хочешь побывать здесь еще? Будешь смеяться, но пока что мне хочется, чтобы это лето не заканчивалось. Здесь здорово. Мне тоже нравится. Здесь так уютно. Я посмотрел на Славяну. Примерно такой образ у меня всегда возникал при словах «русская красавица».
Наверное, лицо у меня было слишком уж мечтательное, потому что она хихикнула и процитировала старый фильм. «Отец родной, вы на мне дыру протрете. Что вы на меня так смотрите? На мне узоров нету и цветы не растут». «Извини, не хотел тебя смущать. Просто настроение хорошее». «Да смотри, чего там. Только не скалься так, а то Мику ревновать будет». «Да Мику при любом случае, мне кажется, будет ревновать. Постоянно это говорят. Ну, хотя Семен и сам виноват, конечно. Все на других смотрит». Я изобразил самое постное лицо, какое смог. С другой стороны, ну что, он не может просто посмотреть на красивую девушку теперь и просто, так сказать, издалека оценить ее красоту? Но это уже тоже, конечно, перегиб. Он же не собирается Мику изменять или еще что-нибудь, просто любуется красивой девушкой. Пока что без пошлых мыслей, поэтому я, в принципе, не ругаюсь. «Так лучше?» «Ужас! Лучше сделай, как было!» Внезапно тенистая дорожка оборвалась, серые квадраты плиток утонули в песке, и перед нами открылся пляж. Ночью я не рассмотрел его как следует, да и был на самом-самом его краю. «Ты что, тут один раз только был, что ли, за всю смену?» Деревья нависали прямо над водой, а сам пляж был щедро засыпан золотисто-белым песком. «А, ну хотя, как он мог здесь быть один раз, если они мимо пляжа еще с Мику прогуливались?» На волнах покачивались две ярко раскрашенные детские купальни на больших поплавках. Стая уток плескалась у противоположного берега. «Подожди, две раскрашенные детские купальни? Это в смысле? Это что это такое? Что-то я не въезжаю, что это такое может быть?» «Идиллия!» Хотелось схватить фотоаппарат и яростно защелкать спуском. А еще лучше разложить мольберт и медленно, с чувством, перенести все это на бумагу. Жаль, рисовать я совсем не умею. Учитель рисования в школе так и сказал: «Семен, такое отсутствие таланта, как у тебя, это в своем роде само по себе уникально». Эх, посмотреть бы на него сейчас. Наверное, сидит в своем пединституте, или что он там оканчивал, да голых натурщиц рисует. А может, еще в школу ходит? Чуть в стороне еще два отряда пионеров гоняли мяч, шумели и, судя по всему, здорово проводили время. Я взглянул на заросли камышей и хмыкнул, вспоминая недавние события. «Черная вожатая. Интересно, это и был ее призрак? Блин, Семен идиот, до сих пор не понял. Хотя для призрака она слишком теплая и мягкая. Если бы не горящие глаза, я бы решил, что это кто-то из лагеря». Ольга Дмитриевна подула в свисток, прервав мои мысли. «Отряд, слушай мою команду. Развлекайтесь». «Спасибо». Как будто нам требовался дополнительный приказ. Я расстелил полотенце, сбросил шорты, футболку снимать не стал. Спина моя выглядела не очень красиво, да и сгораю я легко. Алиса раскатала большое покрывало и сбросила форму, затем посмотрела на солнце. «Не сгореть бы. Не люблю в веснушках ходить». «Ты что? Веснушки, это же так мило, это такая прелесть!» «У меня немножко веснушек как раз летом появляются. Такая вот особенность. От папы мне передалось, скорее всего. У него веснушек намного больше. У меня они появляются так, слегка. На лице, в области носа. Вот, именно прям летом. А так их нет». «Рыжая, рыжая, конопатая!» Я ожидал колкости, а то и подзатыльника, но Алиса беззлобно отмахнулась от подруги. «Сама такая. А ты, Сень, как думаешь?» Ульяна посмотрела на меня, замолчала, потом махнула рукой. «Нет, он не с нами. Алиска, посмотри на его лицо». «Счастливое и придурковатое, как обычно». Я слушал их вполуха, с удовольствием наблюдая, как Мику раздевается. Я там слов просто не помню. Мелодию всегда помню хорошо, а слова не знаю. Она осталась в симпатичном зеленом купальнике, аккуратно сложила форму, затем повернулась кругом и посмотрела на меня. Ну да, вот о таком купальничке я и говорила. «Как тебе? Я его в первый раз надела».
неотразима, как и всегда. Мику смущенно улыбнулась. Спасибо. Нет, правда, очень хорошо смотрится. Пока не жарко, позагораем, а потом в тень перейдем. Хорошо, что рано пришли, а то в полдень солнце злое, и загорать уже нельзя. А зачем же идти на пляж, если не загорать? Купаться как-то зачем? Нет, конечно. Можно купаться или в мяч сыграть, только мяча у нас нет. Может, Ульяна карты взяла? Я точно не брала. У меня только минералка в сумке. Холодненькая. Если пить захочешь, бери, не стесняйся. Ах, лучше бы мороженого, только где ж его взять? Да и растаяло бы по пути. Она задумалась на секунду, потом вспомнила, с чего начинала. Пить хочешь? Спасибо, я попозже. Ладно? Конечно, просто потом она теплая станет. Мика улыбнулась, развернула полотенце и легла рядом со мной, почти касаясь моей руки. Мне страшно захотелось поцеловать ее прямо в чуть тронутое загаром плечо, но мы все еще стеснялись проявлять нежности при посторонних. Да и тут, мне кажется, Ольга Дмитриевна бдит, и она такого не позволит. «Эй, а че все попадали? Купаться хочу! Пошли!» Ульяна потянула за ногу Алису, потом попыталась расшевелить Мику. «Улька, отвянь, я позагорать хочу». «Да, Ульяна, давай попозже, а?» «Ну вас! И валяйтесь тут, три тюленя!» Ульяна убежала в воду и принялась нарезать круги, на ходу меняя стиль. Мне стало завидно. Я сам неплохо плавал, но тут увидел, что такое настоящий пловец. Или пловчиха. Это ты не видел, как Алиса плавает. «Алис, а может, пойдешь присмотришь за ней? Вдруг судорога сведет или еще что? У Алиски-то там самой нога, когда уже заживет?» «Микуська, я вот как-то упустила момент. Когда я ее нянькой стала?» «Ульяна, не заплывай далеко!» «Мелкая вредительница!» «Эх, ладно, пойду и я окунусь!» Алиса поднялась и пошла составить ей компанию. Плавала она не так быстро, но гораздо изящнее. Если Ульянка молотила руками и ногами, оставляя за собой белопенный след, как торпеда, то Алиса скользила в воде тихо и неслышно. Я растянулся на спине, подставив лицо солнцу. Было хорошо и очень спокойно. Солнечное тепло, тихий шелест речной волны, шум голосов, друзья рядом – все это напрочь вытеснило мысли о том, что я, мягко говоря, не совсем свой в этом месте. Мику коснулась кончиком пальца моей щеки. «И чему же это ты улыбаешься?» «Просто настроение хорошее. Любимая девушка рядом, солнце, пляж, как в том фильме, что мы с тобой смотрели». «Надеюсь, ты не уедешь, как тот герой?» «Ни за что». Опять ложь. Конечно, из добрых побуждений, но все равно я ощутил укол совести. А что было поделать? Сказать: «Прости, любимая, но я понятия не имею, как сюда попал и сколько здесь пробуду». Я уже думал, как поговорить с ней. «Мику, на самом деле я пришел из не очень далекого будущего». Как это прозвучит для человека, который не ездил на том автобусе и не молодел на 10 лет? Очевидно, как бред. Лично я после такого рассказа побежал бы вызывать мускулистых санитаров. Мы с Мику уже многое знаем друг о друге, но я все еще не уверен, что понимаю ее до конца. Как она отреагирует на такое необычное признание? Может, начать с разговора о фантастике? А там... Подумаю об этом завтра. А ты чего одетый лежишь? Снял бы футболку. Ольга Дмитриевна подошла ко мне. Ее купальник выглядел очень смело для этого времени, тем более для пионерского лагеря. Я почему-то ожидал увидеть что-нибудь, не оставляющее открытым ни одного лишнего сантиметра кожи. Может быть, доходящая до колен? Вожатая смотрела на меня, ожидая ответа. «Не хочется, спасибо. Да и спина у меня веселенькой расцветки». «Стесняешься, что ли? Брось». «Да нет, просто выглядит некрасиво. Не хочу людей пугать». «Как знаешь, потом станет по-настоящему некрасиво. Руки будут черные, спина белая». «Ты че смеешься?» Загадка вспомнилась. Что за зверушка? Пузико беленькое, спинка красненькая, навозом попахивает. Отгадаете, сниму. Даже не представляю, вообще впервые такую загадку слышу.
Она минуту подумала, затем покачала головой. И что же это? Знаю, божья коровка. Но нет, у нее пузико черное, и она не пахнет. Тогда... Сеня, что это? Дачник. Мику звонко рассмеялась. Ольга тоже улыбнулась. Мику, повлияй хоть ты на него, раз уж вожатая для этого пионера не авторитет. Ой, ну что вы такое говорите? Сеня очень хороший пионер. Ольга Дмитриевна, ну что вы такое говорите? Я очень хороший пионер. Тогда не припирайся. Я сдался и потянул футболку через голову. Проще согласиться, чем спорить. Скромник тоже мне нашелся. Я посмотрел поверх плеча Мику, чем занимаются остальные. Отдых шел своим чередом. Кто-то плавал, кто-то резался в дурака в тени деревьев. Славяна и Лена перебрасывались мячом. Ольга устроилась на возвышенности, зорко поглядывала на отряд и время от времени кричала, чтобы пионеры не заплывали далеко и надевали панамки на солнце. Чуть в стороне грациозно лежала Виола. Она намазалась кремом и теперь принимала солнечную ванну, хищно поглядывая на играющих в мяч пионеров. Купальник медсестры был достаточно открытым. Вдобавок она спустила бретельки, чтобы не оставлять белых полос. Картина была настолько привлекательной, что пионеры постоянно упускали мяч в ее сторону. Когда это случалось, очередной подросток, роняя слюну на песок, бежал его забирать. Электроник и Женя сидели в тени, на самом краю пляжа. Я невольно улыбнулся, глядя на то, как Женя изменилась за последние дни. Я погладил Мику по руке. «А ты чего не купаешься?» «А я потом». Она улыбнулась, посмотрела на небо. «Еще немножко позагораю. Да и волосы мочить не хочется. Потом их сушить, расчесывать. Замучаешься». «А я тебе помогу. У меня и опыт имеется». Я огляделся, не смотрит ли на нас, а затем провел рукой по волосам Мику. «Сядем в тени и расчешем, как вчера». «Что, так понравилось?» «Очень». Мику понизила голос и шепнула мне на ухо. «Мне тоже». Затем добавила уже обычным голосом. «Жалко, я гребень Славе отдала. Она, конечно, шутила, что он волшебный, но очень удобный. Когда приеду домой, обязательно себе такой куплю». «Во всяком случае, теперь я знаю, что ей можно будет подарить. Потом, после смены». Я потряс головой. «Какой еще после смены? Я уже не сомневаюсь, что останусь здесь?» «Пожалуй, да». Постепенно становилось жарче, и все перебрались под деревья в тень. С легким сожалением подумалось, что сейчас придется идти на обед, а я еще не купался. «Так что ты ждал-то?» Я перевернулся на спину и прикрыл глаза рукой. Солнце приятно грело кожу, запахи реки щекотали ноздри. Увы, идиллия продолжалась недолго. Кто-то поставил ногу мне на живот. Кто-кто? Алиса, конечно. Больше таких наглых существ в лагере нет. В смысле Алиса? Я думала, это Ульяна. По-моему, Ульяна – самое наглое существо в этом лагере. Семен? Или есть? Я приоткрыл один глаз. А, медсестра стояла рядом и смотрела на меня сверху вниз. Подожди, Виола пришла и при всех поставила ногу Семену на живот? Что? Кого? Мику фыркнула и демонстративно подвинулась ближе. Понимаю. Если кто-нибудь даже в шутку сейчас полез бы ее обнимать, я бы закипел. Я убрал ногу медсестры со своего живота и поинтересовался. Виола, я вам что, коврик? Ох ты ж, блин, ее раньше показывали в купальнике? Если честно, я не помню. Вполне возможно, что именно для этого мода нарисовали. Ой, ну даже не знаю, что у нее, что у Ольги Дмитриевны какие-то они слишком откровенные. Извини, пионер, нагибаться не могу, спина затекла. Вставай, нам нужна грубая мужская сила. Грубая, да еще и мужская. Это точно не про меня. Я творческая личность. Песню сложить, на гитаре сыграть. Вы вон Шурика бы лучше попросили. Вставай, творческая личность. Эх. Бери Сыроежкина и Сашу. Нужно принести кое-что из лагеря. Что же? Увидишь. Секреты, секреты.
Бегать по лагерю в плавках было не принято, так что пришлось снова натягивать шорты и обуваться. Мику вопросительно посмотрела на меня. «Ты уже уходишь? А мы так и не искупались». «Извини, дорогая, труба зовет». «А вы надолго?» «Мику, не переживай так. Через несколько минут твой Семен вернется». «Типа взять обед в столовой и понести его на пляж, чтобы покушать там? Сделать такой импровизированный пикничок, да?» «Ух ты, кстати, на Шурике рубашка не форменная. Какая-то, видимо, его рубашка. Интересно». «Но мне, конечно, очень нравится, как электроник вот в этой своей футболке смотрится». «А, вот и вы. Все уже позабирали, только ваше осталось». «Что осталось?» «Обед, конечно. Будет у вас обед на природе». Нашему взгляду предстали большие эмалированные сутки, источающие запах вареной кукурузы. Ненавижу вареную кукурузу. В веревочной сетке самодовольно выставили бока два здоровенных арбуза, вот это уже лучше. А рядом скромно стояла еще одна сетка, полная больших ярко-красных яблок. Завершала этот аппетитный натюрморт ведерная фляга термос с аккуратной маркировкой «Компот». Фига себе, они позаботились. Я глядел все это изобилие. Ничего себе! По-моему, у нас сегодня будет праздник живота. О, я всегда так говорю, если предстоит вкусный обед какой-нибудь. Славяна довольно кивнула. Да, сегодня в столовой генеральная уборка, так что обедаем прямо на пляже. Отнесите, пожалуйста, все это добро. Виола не обманула. Мы действительно вернулись скоро. Девчонки успели за это время перетащить наши подстилки в тень. Ольга Дмитриевна прошлась по пляжу и кое-как собрала отряд в кучу. «Отряд, сегодня пообедаем на воздухе. Посуду не теряем, не мусорим. Есть предложение сначала зарезать арбуз». Лена и Славя принялись расставлять тарелки на расстеленной скатерти. Остальные оживленно зашумели, осматривая угощение. «Блин, так-то разрезать арбуз? У меня есть один из любимых фильмов советских, «Дубравка». Так вот, начинается он тем, что, ну, как раз это все дело где-то в курортном городе происходит, то ли в Крыму, то ли где-то еще снимали, ну, короче, значит, там девочка лет 12-13 и ее друзья-мальчишки, ну, в подавляющем большинстве, они там сначала бегали, играли в футбол, а потом откуда-то взяли арбуз, и они его не резали, они его прям об землю, значит, грохали. Он раскалывался на несколько частей, и так они его хватали и ели прям. Вот и тут бы так же поступили, а то, знаете, разрезать. Славяна, а вы нож не прихватили? О, сейчас, походу, придется делать так, как в Дубравке. Ой, я еще подумала, что нужно взять, а потом забыла. Я посмотрел на свой китайский мультитул, который везде таскал с собой, как кусочек своего мира. Это нож так называется? Я впервые слышу, если честно, даже не знаю, куда ударение ставить. Лезвие в 5 сантиметров выглядело неубедительно. Что поделать? Будем резать таким. Куски будут рваные, но больше все равно нечем. Ольга посмотрела на нас с кибернетиками. Мальчики, сбегайте кто-нибудь за ножом, пожалуйста. Лена оторвалась от сервировки и еле слышно проговорила. Ой, я даже успела забыть, какой у нее скромненький купальничек. Не надо, у меня есть. Ты его, блин, даже на пляж с собой притащила, этот нож, серьезно? Она отошла к своей сумке и вернулась с уже знакомым охотничьим ножом. Кстати, вот тот самый момент, когда Семен этот нож Лене возвращал, остался, так сказать, в тени истории. Потому что она давала этот нож Семену, я прекрасно помню, а вот то, как он его ей возвращал, об этом история умалчивает. Никто особо не удивился, но Лена оказалась в центре внимания, и это явно смущало ее. Не отводя глаз от земли, она поинтересовалась. «На сколько частей?» Ольга пошевелила губами, видимо, считая. «На 12 каждый». «Сейчас». Несколькими слитными движениями Лена рассекла арбуз на аккуратные ровные дольки, затем повторила процедуру со вторым. Закончив, она легонько стукнула по верхушке, и арбуз красиво раскрылся ромашкой. «Где она так наловчилась? Ей бы поваром работать». Или в цирке выступать. Лена вернулась к своим вещам, вытерла лезвие розовым платочком и вернула нож в сумку.
Лена, спасибо. Что бы мы без тебя делали? Ну, налетайте. И то есть тебя совсем не беспокоит, да, что пионеры с собой нож таскают? Окей. Алиса проводила Лену взглядом. Во дает. Какой арбуз красивый. Давайте попробуем. Арбуз не разочаровал. О, кстати. Картиночка. И Мику в такой позе интересной. Ну, кто бы сомневался, конечно. Арбуз не разочаровал. Он был настолько спелым, что треснул, пока его резали, и обнажил рубиново-красную бархатистую мякоть. Пионеры с удовольствием уплетали свои порции. Сладкая арбузная кровь стекала по рукам и впитывалась в песок. Мику все сражалась с первым куском, аккуратно вычищая косточки ноготком. «Давай поухаживаю». Я мягко отобрал у нее арбуз и достал ножик. Пусть он не пригодился при порезке, но косточки доставать сойдет. «Сейчас уберем все до одной. Не любишь есть с косточками?» «А кто-то любит?» «Никогда не встречала таких людей, всех бесят косточки». «Не люблю. Знаешь, у нас в школе страшилка была, там, в Японии, что если есть арбуз с косточками, то он вырастет внутри и будешь с большим животом ходить». «По-моему, это не только в Японии такая страшилка». «Глупости, конечно. Ему свет нужен, и удобрение, и полив. Но мы боялись. Детские страхи, все такое». Ульяна оживилась, слегка оттянула верх своего купальника и заглянула в него. «Арбуз в животе – это интересно! Микуся, а ты не знаешь, можно сделать так, чтобы два арбуза выросло? Один тут, а второй тут?» «Не знаю. Наверное, ничего не выйдет. А если бы и вышло, вдруг они получатся разные? Ты лучше капусту кушай». «Господи боже!» «Давайте вы просто не будете на эту тему разговаривать, пожалуйста». «Капусту?» «Да, и соевое молоко. И вырастет большая-пребольшая. Вот мою маму в детстве поили соевым молоком, и у нее...» Мику опомнилась и посмотрела на меня. «Ой, Сеня, прости, мы тут на такие темы». «Да ладно, мне тоже интересно». «Нет, не надо, пожалуйста, есть темы намного поинтереснее для разговора». «Мог бы и покраснеть для приличия, наглая морда». «Я не наглый, я невозмутимый». «Наглая невозмутимая морда». Мику наконец управилась со своим куском и потянулась к тарелке, но там лежали только корки. «Ой, а что, уже все? Я и не заметила, как два куска съела. Жалко, такой вкусный арбуз». Алиса нахмурилась, посмотрела на Мику, потом на пустое блюдо. «И твой кусок пропал? Сейчас найдем». «Улька, а ну покажи руки». «Эй, а почему сразу Улька?» «Руки». Ульяна протянула левую руку. «Обе». Вторая рука тоже оказалась пустой. Алиса заглянула за спину Ульяны. Там, скрытая травой, стояла тарелка с двумя кусками арбуза. Уля удивленно посмотрела на нее, даже пальцем потрогала. «А я что, я ничего?» «Это не я, нет». «Ой, арбузик, а откуда?» Алиса укоризненно покачала головой. «Ай-ай, у подруги стянула. Вот скажи, тебе не стыдно?» Всем своим видом Ульяна показала, что ей очень стыдно, но потом схватила один из кусков и энергично в него вгрызлась. Кажется, риск арбуза, выросшего в животе, ее не пугал. Момент, и в ее руках осталась только корка. Алиса успела спасти второй кусок и протянула его Мику, но та махнула рукой. «Алиса, оставь ее, пусть кушает». Ульяна управилась с арбузом, отвалилась на спину и погладила округлившийся живот. «Ух, сейчас лопну!» Алиса похлопала ее по животу. «И кто же тебя, бедную, заставлял арбузом объедаться? Теперь терпи и не жалуйся. А ведь еще кукурузу нужно съесть, пока она горячая». Алиса вдохнула аромат кукурузного початка и старательно изобразила блаженство. «Мы твою порцию поделим, да?» «Не смейте! Не так я много съела!» «Она и мой кусок стащила. Как дитё малое, честное слово. Побить её, что ли?» «Наверное, придётся». Из-за спины донеслось утомлённое. «Алиска, я всё слышу! Если хоть пальцем меня тронешь, я Семёну расскажу, как ты вчера к его футболке лицом прижималась и...» «Чего?» Алиса резко развернулась и ладонью закрыла ей рот. Оглянулась на нас и ненатурально улыбнулась. «Сочиняет. Наверное, кому-то жизнь недорога стала, вот и болтает.
А ведь ей еще с тетей Алисой ночевать в одном доме. Понимаешь, о чем я?» Кто-то согласно замычал и кивнул. Алиса убрала ладонь. «Это какой это ты такой футболке Семена прижималась лицом, а? Мне интересно». «И пошутить нельзя». Мику захрустело яблоком. Я дочистил косточки в своем куске арбуза и протянул ей. «Угощайся. Может, Ульяне отдашь?» «Лопнет Ульяна. Ты бери, бери. Я их не очень люблю. А тебе, кажется, нравятся?» «Очень. Ладно, только чтобы Ульяна не лопнула. Спасибо». Она с удовольствием принялась за арбуз. Ульяна все так же лежа на спине вскинула кулак. «Мику, не заставляй себя! Сейчас я чуть-чуть передохну и найду место. Спасу подругу. Сломись, Уля, это Сеня мне дал. Не сломись, а обломись. Учишь тебя, учишь, а ты до сих пор слова путаешь. Обломись. Спасибо, запомнила. Обломись. Вредная ты и жадная. И как я с тобой подружиться могла? А вот так. Кто бы говорил. Все в своем репертуаре. Обед закончился, мы собрали огрызки и корки в пакет, и пляжная возня продолжилась. Солнце жарило не сильно, время от времени и вовсе уходило за облака, так что угрозы сгореть не было. Странная погода для середины лета, но в этом месте любые аномалии воспринимались как должное. Цветущая сирень и арбузы, например. Даже такой далекий от ботаники человек, как я, помнил, что вместе им быть ну никак не положено, да еще и в одно время с кукурузой. Ну не знаю, может быть. Я человек северный, не южный. Я об этом не очень хорошо знаю. Погревшись на солнце еще минут 10, я повернулся к Мику. Пошли поплаваем. Что-то не хочется. Я тут посижу, а ты поплавай. Чего так? Посмотри, водичка какая. Ну давай окунемся. Блин, у меня сейчас мысль в голове. Я этот сериал вспомнила. H2O, просто добавь воды. Почему Мику не идет купаться? Может быть, она русалка? Она боится, что на нее сейчас водичка попадет. Ульяна мстительно пропела. «Ой, Сенечка, я плавать не умею, потому и не хочется, а то утону». «А, все гораздо прозаичнее. Ты не умеешь плавать? А, вон оно что». «Тихо! Я просто волосы мочить не хочу. Потом сушить замучаешься». «Ну да, так я тебе и поверила. Не умеешь, не умеешь». Мику не сильно шлепнула ее свернутым полотенцем по заду. «Ай! Не отбивай мне женихов!» Ульяна возмущенно взглянула на Алису в поисках поддержки, но та только ухмылялась. Не найдя союзников, рыжая продолжила поддразнивать Мику. «Я купаться не пойду, я плаваю, как топор!» Мику обиженно насупилась. Я пересел поближе к ней. «Ты что, правда плавать не умеешь? Хочешь, поучимся?» Она явно смутилась, но ничего не ответила. Ульяна подала голос за нее. «А не умеет!» «Давай хоть ноги намочим. Я, конечно, пловец так себе, но на мелководье поплескаться можно. Пошли!» «Только если волосы не мочить, хорошо?» «Да дались тебе эти волосы, ты бы их как-нибудь заколола тогда, чтобы они у тебя не свисали до земли. Но можно же было об этом как-то подумать, нет?» «Нет, мы тут, рядом». «Тогда подожди секундочку. Алиса, помоги, пожалуйста!» С помощью Алисы она собрала свои длинные волосы в пучок на затылке. «Ну вот!» Закрепила его резинкой и кивнула. «Я готова!» «Арт покажут?» «Нам показывают двигающееся море. Вот это да! Я думала, будет просто картинка, ну там, Мику и Семена плавающих. Ой, слушайте, как... Ой, господи, море, говорю, это же озеро у них, озеро. Но выглядит прям как море. Классно». Повизгивая от прохладных брызг, она медленно зашла в воду. Я ждал ее чуть впереди, готовясь подхватить в случае чего. Придерживая Мику за руку, я пытался вспомнить, как учился плавать, и не мог. В бассейн вроде бы не ходил. Наверное, в детстве. Зайдя примерно до пояса, Мику охнула и, резко присев, окунулась в воду по шею. «Ай! Волосы! Да чуть тебя так эти волосы беспокоят!» Резинка для волос не справилась с обязанностями и порвалась.
Теперь она ярко-красным пятном медленно крутилась на воде, явно собираясь уплыть куда-нибудь подальше, возможно, даже в океан. Мику проводила ее грустным взглядом, потом улыбнулась. «Зато теперь можно не бояться, что волосы намочу». Она выпрямилась. Длинные волосы льнули к ее спине и плечам. Но чем не русалка? Даже Семен ее сравнивает с русалкой. Мику тряхнула головой, разбрызгивая капельки воды. Я залюбовался ее ладной фигуркой. «Как водичка?» «Холодная». «Это ты на солнце нагрелась. Попробуем поплавать?» «Давай. А что мне делать?» В кои-то веки мы поменялись ролями. Оказывается, даже я могу научить кого-то чему-то. Ну так, в этом и прелесть, и дружбы, и отношений, и вообще. Мы ведь друг друга чему-то учим. Как-то меняемся под воздействием других людей. Эта мысль приятно пощекотала самолюбие. Даже не знаю. Давай-ка попробуем лечь на воду. Дай мне руки. О, это то, чего я, кстати, не умею. Я прям боюсь это делать, хотя вроде все говорят, что это не страшно, типа ты не утонешь. А мне страшно. Удивительно, но через несколько минут она уже сносно держалась на воде, держа меня за руки и уверенно молотя ногами. Мику задорно поглядывала на меня из-под мокрой челки и улыбалась. «Я все делаю правильно». «Невероятно! Я думал, это займет несколько дней». «Наверное, я очень способная». «Теперь давай я тебя буду вот так поддерживать». Отпустив руки, я завел ладонь ей под живот и дал на нее опереться. Правильно. Как же без этого-то? Животик у Мику был теплым, упругим и очень приятным на ощупь. «А теперь...» Мику засмеялась и брызнула в меня водой. «Ой, щекотно!» «Извини. А теперь греби руками и ногами». «Да, как-то так». Как маленького ребенка плавать учат, вот так и он, по идее. Поплескавшись еще немного, мы выбрались из воды и присели на большом покрывале. Ульяна достала колоду карт и предложила перекинуться в дурака. Алиса подозрительно поинтересовалась. «Улька, а ты где карты-то взяла?» «Места знать надо». «Неужели стащила?» «Вот почему сразу стащила?» «Одолжила». Вдруг ее ярко-синие глаза недобро сузились. Ульяна раздраженно смотрела на что-то за моей спиной. Часть карт, которые она тасовала, просыпались на песок, но она даже не обратила внимания, продолжая механически перетасовывать остальные. Я догадываюсь, что она могла там увидеть. Но на самом деле я надеялась, что в присутствии Ольги Дмитриевны, в присутствии вообще всех остальных ребят, Виола и Шурик не будут себе какие-то вольности позволять. Но, судя по всему, что-то они там сделали. Не отводя взгляда, она вполголоса прошипела. «Ну надо же! Вы только гляньте на это!» Я как можно незаметнее скосил глаза. Там Шурик беседовал с Виолой и Леной. Рука медсестры очень естественно лежала на его плече. И это никого не удивляло. Что же это делается, интересно? Кажется, я услышал потрескивание электрических разрядов. Или это скрип зубов? Я тронул Алису за локоть и кивнул на Ульяну. «Алиса!» «Я вижу». «Уля, успокойся!» «Ну как успокойся? Она же его лапает прямо при всех!» «Он и не против. Ты чего бесишься? Он ведь тебе ничего не обещал?» «Все равно! Зачем она ему? Она же старая!» «Значит, она ему нравится. Не нравится — не смотри. Давай играть». «Не хочу! Настроения нету. Вы играйте, я пойду поплаваю». Маленькая ревнивая пионерка бросила колоду и убежала к воде. Раздавая карты, Алиса старательно делала вид, что все нормально. Мику задумчиво проводила Ульяну взглядом. «Чего это с ней?» «Ты что, сам не понял, что ли?» «Придурок, господи! Тут даже после того, как вы на складе заперлись, и ты Ульяну кое-чему учил, ты даже сейчас не понимаешь, что происходит. Вот тупой, действительно». «Слепой, что ли? Ревнует она». «Не пойму я, почему его? Больной ведь на всю голову». Мику согласно кивнула. «Странный он какой-то. Кроме своих паяльников и роботов, ничем не интересуется. Может, маленький роман ему в пользу пойдет?» «Мику, на пользу». «На пользу». «Не знаю. Мы с ним подолгу разговаривали. Знаешь, у меня такое чувство, что ему лет 20, а то и больше.
Алиса согласно кивнула, не прекращая раздачу. «Есть такое. Что козырь-то?» По итогам первой партии мои плечи украсили погонами из десяток. А что делать? Мику сидела напротив меня, и сосредоточиться на картах, а не на ее фигурке, было сложно. Ульяна все еще плавала, нарезая круги по акватории. Не простыла бы. Ульяна не простыла, зато у меня в горле першило все сильнее. Я закашлялся. Вдобавок ко всему, меня начало знобить. О, только не говори, что заболел после того похода. Мика участливо поглядела на меня. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо, не волнуйся». «Сеня, посмотри-ка на меня. Да у тебя глаза покраснели. А ну, иди к Виоле!» «Просто...» Мика нахмурилась и посмотрела на меня. «Бегом! А то сама отведу!» Когда на Мику находило такое настроение, спорить не имело смысла. Тем более, что мне и правда было нехорошо, особенно после холодной воды. «Так, ладно, ребятушки, а давайте-ка на этом моменте мы с вами остановимся и почитаем то, что там с Семеном произошло, узнаем, заболел он или не заболел, уже в следующей серии. Вот. Ну, я надеюсь, даже если он и заболел, то все это пройдет как-то помягче, что ли. Во всяком случае, Мику за ним всегда сможет поухаживать, да и остальные девочки. Но главное, чтобы он концерт не запорол, конечно же. Ну ладно, будем верить и надеяться, что все хорошо. Буду ждать ваших комментариев. Большое спасибо, что смотрели. Скоро увидимся.